на станцию маршала Баграмяна, поэтому нам в эту сторону. Всем привет! Последний день нашего пребывания в городе Ереван. Сейчас мы находимся в парке, который называется Поплавок. И уже скоро отправляемся осматривать один интересный монастырь, который расположен на юге страны. Практически на границе с Турцией. Откуда, я надеюсь, получится увидеть еще и Арарат, потому что он недалеко там расположен. Так, нас высадили на дороге. Теперь нам надо еще порядка 5 километров пройти, проехать каким-то образом. Впереди уже видим Арарат. Добрые люди нас довезли, даже ни копейки не взяли, ни драма. Теперь мы идем подниматься к монастырю. Туристов здесь достаточно много. Мы наконец-то добрались до монастыря Хор-Вираб. Это главное, что привлекает туристов в окрестности древней столицы Армении, города Арташат. Расположенный на скале посреди широкой равнины, Хор-Вираб, словно бдительный страж, охраняет безмятежный покой снежной шапки Арарата, высящейся чуть поодаль. Для всей Армении монастырь Хор-Вираб – знаковое историческое место. Ведь именно здесь, в 301 году, правитель страны обратился в христианство, сделав его затем государственной религией. Сегодня в Хор-Вирабе можно посетить церковь Пресвятой Богородицы, спуститься в подземную тюрьму, где содержится святой Георгий Просветитель, полюбоваться на тающей в голубой дымке вершину Арарата и поучаствовать в церемонии выпуска белых голубей. Расположенный у подножия Арарата монастырь великолепен сам по себе. Его строгий облик, классические армянские архитектуры,
великолепно оттеняется захватывающим пейзажем горной цепи и широкой равнины, простирающейся вокруг монастырской скалы. Если смотреть по картинке, вот в тех деревьях находится река, а за этой рекой, то есть по сути уже тот поселок, он уже на территории Турции. А, да? Да, здесь рядом границ. Проверил, педалька работает. Можно ехать. Или прогуляться пешочком до Лусарата. Нам предлагали взять такси за 4000, мы отказались. Стоит выехать из Еревана, сразу весь иностранный автопром куда-то исчезает. Да, тут копейки попадаются. Все наши советские машины. Это гнезда. Даже в таких маленьких поселках на крышах стоят солнечные батареи. В Армении это очень распространено. Что ж, дорогие друзья, мы уже в Ереване, и на этом наша поездка в прекрасную страну Армению заканчивается. Я благодарю всех, кто посмотрел все наши фильмы. Подписывайтесь на наши социальные сети, делитесь в социальных сетях, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. И на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.